Ну что у нас? 496 баксов. А давайте возьмем, значит, ботинки. Посмотрим, реально быстрее будет передвигаться. Ну да, смотри. Передвигается намного быстрее. Если бы вот эти птички не мешали бы, а? Ух ты, фига он прыгает как. Ох, двоих сразу. Птичек мы убили. Так, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько вас тут? Много. Сейчас мы вас всех пощелкаем. Вот, налетели, налетели. Алло, вы мне мешаете конкретно. Дайте дальше буду идти быстренько. Ого, что-то налетели вас. Налетело вас очень много. На, кыш, кыш оттуда. Ну, быстрее-быстрее стали бы ходить, передвигаться. Ну, можно было бы еще быстрее. О, 178, нифига. Нормально-нормально, 188 баксов мы заработали. Так, ну давай, на нас вышли пок против зломбира. Сейчас мы тебе... Подожди, где ты там? Во! На, получи! Чуть-чуть не добили его. Чуть-чуть не хватило добить. Так, первая стена, она вообще пробитая у нас. Легко ее проходить. Первая стена, кстати, и вторая тоже. Она достаточно-таки легкая. Так, так, ну вот смотри, видишь? Все, теперь здесь проходим. Так, пиньяточка, пиньяточка, ты мне не нужна. Раз, два, три. Три удара. Так, скоро-скоро будет стена у нас. Ага. О, Гэндальф. Да, Гэндальфа мы до конца не сделали. О, здесь вообще железных мишек мало, смотри. Конечно, мало. Очень мало тут всех. Тут одни полицейские ходят. Ну, так неинтересно что-то. Так, что в магазине можем купить? Фикс. Ага, лейтенант Бум. Улучши, чтобы еще больше повысить скорость. Ну давай, Бума. Повысили мы. Ну что, ребята, 28 побед. Давайте посмотрим, на каком 276-м мы. На 276-й позиции. Ладно. Почему вот этот, у этого 275-я позиция, хотя у него тоже 28 побед, интересно. Ага, игрок дня, you're dead. Офигеть. Ладно. Будем. Так, опять Катюша, да что ты будешь делать? Одни Катюши. Ну, давай сюда, сейчас подъедем. Может, он меня здесь не достанет. А-а-а, прям меня достает все-таки. Да ё-моё, давай на тебя, вперед я пойду. Блин. Давай, ремкомплект срочно. Смотри, он там стоит и фигачит, фигачит меня. Да ё-моё, смотри, уже здоровья у меня мало. Давайте его попробуем прожарить. Нужно близко подходить к нему. Да, тогда он ничего не сможет сделать. Вот так надо Катюшу тихо уничтожать. 29-е. На 269-м, ё-моё. Офигеть. Ладно, поехали дальше. Так, мамонт. Мамонт, как же тебе мамонта? Ладно, а хотя нет. Хотя я сюда сейчас подъеду. О, мамонтёнок. Мамонтёнок, все, уничтожили мамонтёнка. 30 побед. Так, статистика. На 256-м уже. О, на 253-м. На 253-й позиции. Ладно. Поехали дальше. А, жнец. Ну, я надеюсь, его, в принципе, легко будет уничтожить. Если... Жнец, мне кажется, он же не стреляет через холм. Вот это я не помню. О! Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно. Да, через холм у него не получается.
стрелять. Ждем. Ждем, пока он сейчас сюда подъедет ко мне. Да, через холмы у него не получается стрелять все-таки. Но еще пока ни одного удара мне не сделал. Есть. Уничтожили мы. Продолжаем играть в Peeps World. Оп. Так, хорошо, что... О, черепаха. Нифига, куда она допрыгивает. Ух ты, это еще что такое? А, это типа весы какие-то. Весы. Ой, а почему я думал, что здесь пропасть? Нет, 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 нет. Это не пропасть здесь. Не дают нам просмотреть просто-напросто. О, нифига, я куда запрыгнул. Яблочко. 10 яблочек, да? Так, грибочек. Спасибо. О! Тут эти штуки бегают. Все. Так, 8 яблочек у нас есть. А, чё ты стреляешь-то не туда? Все, всех постреляли. Так, у меня осталось 2 яблочка. Так, шипы, шипы. Перепрыгиваем. О, нет, она меня все-таки укусила. Это птичка. О, нифига себе, ты такой, о, прям на птицу прыгнул. Так, последняя жизнь осталась у меня. Так, а здесь я не понял. Здесь я не могу, что ли, перепрыгнуть? Ладно, поверху пойдем. Пойдем поверху. Перепрыгиваем. Так, что у нас там внизу? А внизу-то пропасть. Ладно. Так, а здесь что у нас? Просто типа монетки лежат. Ладно. О, провалился я, прикинь. Это ж надо было так провалиться. Ладно, переиграем. Так, черепаха, помню. О, так, мы тебя раздавили. Так, здесь нету этого самого грибочка. Оп. Ладно, сейчас мы здесь поверху пройдемся. О, нет, смотри, сколько их быстрых таких вонючек. Так, здесь яблочек есть. И грибочек мы съели. Так, а как... Блин. А, еще и жизнь забрала у меня. Зачем ты у меня забрала жизнь?